Здравствуйте, воротилы экскаваторного бизнеса, который копает миллионы долларов американских. И все те, кому просто интересно. Дабы не тратить ваше время, кому не интересно, можете сразу переключаться и не заморачиваться. Так, ну вроде все. Пришлось купить машинку отрезную. Новую. 2021 года. Made in Китай. Bosch. Ну, 700 ватт. Ну, вроде только что включил, вроде работает пока что. Тебе на ремонт надо отвезти. Баллоны все кончились. Сверху забрал. Со второго этажа стоял открытый, походу, я когда варил. В том году Вектру, и его не закрыл, наверное. Ну, короче, пустой, привези сюда, он пустой. Надо все три кислород и два углекислоты на заправку везти в понедельник выходной, праздники. И поехал искать, он у меня в одном гараже еще стоял. Пол баллона есть здесь вот у меня. Там, где сварочник был, это баллона от этого сварочника, короче. Где шиномонтажка? Оттуда его, короче, баллон. Быстросъемом, ну, вроде все понятно. Швы сейчас подзачищу еще получше. И кронштейны как-то буду делать. Крепление пальцев. И, может быть, сегодня загрунтую. Ну, вот так это все сейчас выглядит. Сейчас фрезу немножко, тут факи все под без газа, когда варил, подточу. Ну вот как-то, короче, вот так вот. Здесь тоже газа уже не было, он наплевало. Ну провар есть, с улицы все нормально проварило, газ был. Ну вот так вот, короче. О, зима опять. Белые мухи полетели. Снежный ковш. Нужно доставать. Все белое. Ветрище не зря такой. Да, что-то тут. Снежок повалил. Ладно. Я пока пальцы точу. Ну, резьбу в них сейчас торцов сделаю. Под 12 болт. Ну так, мало ли потом. Прессом мало ли вытаскивать надо будет. Надо сюда шпонку сделать, вторую. Тут есть шпонка внизу, я не знаю, а пиноли есть наверху. А в этой самой бабке в задней нету шпонки. Надо просверлить будет какую-то самодельную шпонку сюда сделать. Оказывается, зачем вот здесь вот это, видите, это центроваться вот таким образом, видите, чтобы ровно войти
Вот таким образом вы входите. Вот зачем эта тема. Еще не пробовал, первый раз хочу попробовать. 20 оборотов поставил. Самое херовое, что оно здесь, видите, не проходит, она здесь упрется. Потихонечку задней бабкой поджимаем. Это дает нам центровать метчик, чтобы не увело отверстие никуда. Понимаете? Если так не центровать, вы вот так вот войдете в деталь. То есть вот зачем это оказывается там такая штукенция. Для того, чтобы центроваться. Получается, заход сделали, и все, потом уже оно пойдет ровно. Все равно лучше поджимать. Я 10-е просверлил. Как бы, конечно, маловато 10-е, потому что резьба 1.25, значит, надо было 10.2. А у меня такое сверло сломано. 10.2. Пойду немножко отрежу здесь, то нифига не это, не могу из-за этого, не проходят. Надо две ручки чуть-чуть укоротить, буквально по сантиметру обрезать, и должно быть все хорошо. Развернул резец. Thank you.
гайки пришлось сделать. Шайбы такой нет у меня больше. Почти что. Думаю, еще, наверное, 5 десяток где-то. Шестерни там перекинул, чтобы медленнее крутился. У меня было на восьмерке самая медленная подача, а там шестерни стояли. Ну, не так. И на гитаре шестерни перекинул, и сейчас медленнее стала подача идти. Ну, вот почти что. Чем резец-то нравится, он может в обе стороны работать. Туда, 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 туда. Ну что, кругло, все, сейчас немножко паску сниму и все. Ну, вот так получилось. Сойдет. Я думаю, пойдет. Длину там по месту можно чуть-чуть я больше сделать, чтобы торчало. Подточу. Ну, еще что заметил. Оно выходит с обратной стороны. Здесь вот приварил этот буртик. Здесь выходит и как будто бы вот так чуть-чуть наперекос. Ну, как будто бы вот так вот, типа. Ну, неровно в торец, а чуть-чуть перекос. Здесь у меня есть, конечно, на бок чуть-чуть, видите? Но это херня, все. Значит, немножко сами втулки как бы вот так варены, ну, дэшку, возможно. Ну и палец здесь нечетко отторцован, видите. Все, этот типа готов палец. Второй надо делать. Так, здесь еще, сюда еще шайбу сейчас надо сделать с гайкой найти. Ой, с болтом. Гайку, шайбу. Да, в принципе, это можно потом сделать, ну. Поискать надо сейчас, наверное. Болт еще такой надо найти мелкий. С двух сторон резьба, чтобы счет тянуть обратно молотком. Ну, а молотком обратным вытягивать или полым цилиндром. Вот вторую гайку приварил. На углекислоте. Не знаю, все нормально варится. Не могу я к аргону никак привыкнуть. Как-то углекислота мне больше нравится. Сейчас надо также сделать вырезку, приварить сюда вот эту часть. И будет второй стопор.
Второй ступор. В принципе, можно грунтовать его. Что, возможно, сегодня я отгрунтуюсь. Хотя еще надо, ну, его вот доделать и просверлить сразу здесь отверстие, чтобы загрунтовать этот кусок, ну, отверстие под масленку загрунтовать, чтобы завтра покрасить стрелу и все эти бумеранги. Этот готовый, его надо пошкурить. Этот тоже чуть-чуть шкурануть надо, потому что его там, ну, фаски поснимать вот эти вот, он острый сейчас. Острое все. Блин, обрезец порезался. Резец острый. Резьбу когда нарезал. Ну, вроде нормально. Сейчас выпрессую прессом, чтобы резьбу не забить. Прессом хорошо вот этим клеточкой раз. Притащил куда тебе надо. Распрессовал. Запрессовал. Очень так-то удобно. Масса не такая большая, конечно. Ну, и он как бы мобильный получается. Можно стрелу одеть сверху. Какой оптимальный вариант. Вроде как. Ну все, закончился день. Сейчас ночи, нафиг больше не хочу ничего делать. Чуть-чуть мазюкнул. Надо зашкурить, грунтоваться, здесь просверлиться, нарезать резьбу. Эти отгрунтовать. Уже все, сил нету, не хочу уже ничего делать. Замучился сегодня уже. Шайбу еще надо где-то найти одну. Короче, дел еще хрена мне проворотить. Пальца одного не хватает. Это да, вот один есть сюда. А второго-то нету. Надо заказывать шток. Блин, сейчас эти выходные же еще будут. Ну ладно, что. Пока еще все равно. Этот отвал надо вешать, там загрунтоваться, подкрасить. Работа еще до хрена и больше. Да, конечно, с пальцами. То есть я быстросъем-то не собирался. Поэтому пальца одного и не хватает. Плохо. Что пальца не хватает. Очень плохо. Печально, печально, что пальца не хватает. Что-то будем думать. Хотя не из чего думать, у меня нет ничего. Значит, придется же. Ну, сейчас-то мне не к спеху. Ковш не повесить только и все, а так-то что. Быстро съем можно собрать. А, еще же с этим заниматься, цилиндром надо. В раме там варить. Так что шайбы точить еще день. Как раз к тому времени придется шток. А еще, по идее, там. Бортовые разобрать, посмотреть, ну, вообще все это натяжение, что там, в каком состоянии, масло поглядеть, есть оно там вообще или нет, это масло, а то может там и нет масла никакого. Бля, еще дел писец с ним сколько. Если вообще плотно заниматься, вот конкретно, по 8 часов в день, ну еще недели две, наверное. Но это, конечно,
перебор. Чувствую, кабины не будет. У меня уже нету никакого желания. Да и GCB надо делать. Когда вопрос только все это делать. Всем спасибо за внимание. Нужна информация? Пользуйтесь. Не нужна? Ну и не нужна тогда. Тогда и что смотреть-то?